Победителей второго этапа розыгрыша ежегодной акции «Требуй чек и выиграй приз» определили сегодня в Департаменте государственных доходов по Южно-Казахстанской области. Конкурсантов розыгрыша в режиме онлайн отбирали через приложение «Вайпон» методом случайного отбора. За ноябрь в акции приняли участие более 2000 жителей области, отправивших 130 тысяч чеков. 23 участника розыгрыша получили сегодня утюги, электрочайники и фены. А главными призами стали телевизор, ноутбук и планшет. Здесь роль повышения правовой культуры населения, во-первых. Во-вторых, они будут защищать свои права. Если человек выбил чек, он будет уверен, что если будет испорчен товар или какие-то поломки, он может завтра предъявить этот чек и получить обратно этот товар. Значит, растет культура населения.